вытирает свои влажные перчатки. Желтые трусы. Командуя обороной. Подсказывает Баки, как он должен стоять. Как будто от одного игрока здесь может что-то серьезно зависеть. У мяча Лионель Месси. Первая подача была разминка для вратаря. Удар, гол! Алексис Санчес! Ну вот что значит хороший навес. И Алексис Санчес лучший бомбардир Барселоны в чемпионате. Забивает свой 14-й гол. Здесь офсайд железобетонный, причем метровый у Алекса Санчеса и Жерард Пике. Ну, испанские арбитры — это диагноз. Не только главные, но и линейные ассистенты. Красиво забил Алекс Санчес, как-то спиной, находясь к воротам. Выпрыгнул, поджав колени, но...